господи, ну наконец-то! Почему ты не берешь трубку? Я вчера тебе весь вечер звонила. Я ее оставила в номере. Номер оставила. Я вообще не понимаю, как можно оставлять телефон в номере. Что срочно? Что срочно? Ты, между прочим, там на работе. Ольга, я вчера смотрела, как звезды падают. Ой. Погоди, что у тебя падает? Звезды. Иди сюда. Письма надо приносить в папке. Я поняла. Что-то они сегодня завтраком запаздывают. Не знаю, обычно, когда приходим, столы уже накрыты. Ну, конечно. Доброе утро. Доброе. А у нас что, разгрузочный день? Вот так вот. Даже непонятно. Принесут. Да, но вокруг уже все давно завтракают. Вот именно. Ничего не понимаю. Нет, мне это кажется подозрительным. Не знаю. О, Димочка! Дима, привет! Здравствуйте. Не ожидали. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Как вы быстро поправились. Вот молодой. Что значит хорошее, крепкое здоровье? Нет, мне просто повезло с врачом. Здесь врачи квалифицированные, ну, старая закалка. Ну да. Уровень очень высокий. Дима, вы в санаторий ходили? Нет, врач пришел ко мне домой. Вот домой? Это да. Интересно, и чем же вас лечили? Вниманием и заботой. Как и все? Нет, дали еще какое-то лекарство без названия. Каков эффект? Я здоров. Я абсолютно здоров. Правда, сон потерял? Там несут что-то необычное. По-моему, к нам. К нам, к нам. Нет, по-моему, кто-то сегодня что-то празднует. Вот да нет, это новая диета. Может, это будет сегодня день рождения? Вот. Да ну, признавайтесь, кто устроил этот праздник? Кто? Давно не видел такой еды. Думаю, Дима, что Иван. Скажите мне. Что? Ваша работа. Да ваша нет. Работа. Да я говорю, это Иван. Вот не искуситель. Ну что? Девочка, ну признавайтесь. В честь чего у нас такой праздник? Какая дата? Да, я просыпаюсь, открываю глаза. На душе праздник. Жить хочется. Ну какая, скажите, овсяная каша на воде и кофе без кофеина, а? Никакого отношения к моему сегодняшнему настроению, ну никак. Да. Шампанское с утра. Ох, соскучился я. С удовольствием. Считайте, что мы аристократы. Ой. Спасибо. Будь здоров, дорогой. Будьте здоровы. Ура! Будьте здоровы. Ну, с праздником. Всем желаем счастья. Да, после такого завтрака и процедуры. Да не торопитесь, Сан Саныч. Наслаждение. Не торопитесь, сейчас перекусите. Пойдете прогуляйтесь, подышите воздухом. Полюбуйтесь видами, природой, домами, в конце концов. Ага. Природа действительно это прекрасно. Еще домов, это они оставляют желать много лучшего. Вот, кстати, о домах. Мы сегодня с Юрой собрались обновить его хибарку. Предлагаю вам нас вдохновить. А мы хотели целый день на речке провести. С кем это? С Ванечкой и Верой. Так у нас у реки. Дом у реки. Ну так, пойдем, обязательно пойдем. Ой, у вас там очень красиво, я знаю. В конце концов, можно совместить приятное с полезным. А мы? А вы сразу, как процедура закончится, и приходите. Да, конечно. Спасибо. Еще раз. Дорогие мои. Прекрасное утро. Танечка, не увлекайся. Голубчику, не увлекайся. Бокал шампанского. Не увлекайся. Все печешь? Привет. Здорово. Сейчас Дина придет. Ну, с Верой, с Иваном. Когда? Ну, не знаю, как соберутся. Я их пригласил на речку искупаться. Ну? Подковы гну. А когда придут? Я же тебе говорю, не знаю. Как соберутся, так и придут. Не знаю, может, час-два. Ага. Ну и что? Что? Ты будешь сидеть и ждать? А что делать? Пошли траву косить. Идем.
Идем. Идем. Ну? Что? Говорю, когда Дина придет. Не видно пока. Не сказала? Я же тебе говорю, не знаю. Как соберутся, так и придут. По-моему, у меня тупая. Кто? Коса, говорю, тупая у меня. Нормальная, коси давай. Да не кость там. Тупая коса. Фу. О! Тихо. Наська, смотри, слышишь? Да вижу, вижу. Ну не кстати они сейчас, а? Это не к тебе идут. Я тебя прошу, скажи, что меня нет. Ну они ж тебе пришли. Да блин, ну нет меня, скажи, что, что эти? Ну выйду я сейчас, и что? А я что скажу? Ну скажи им, что ушел я, куда угодно, за пивом там, гулять, купаться, все что угодно. Ну ладно, ладно. Ладно, все, сиди тихо. Держи. На. Иди. Давай, давай. Дима! Юра! Ох, ответили домашки дома. Дима! Юрка, выходь! Да, зараз выйдете. Юр! О, привет. Привет, дівчата. А Діма де? Нема. А ми пиво холодного принесли. Дякую. Так, а Діма де? Кажу ж, нема. А где? Стоп, так він же до вас пішов. Як до нас? Ну, до вас пішов. Ви а як сюди йшли? А ми річкою. Ну, а він пішов шосейкою. І якою? Ну, ось шосейкою, навпростець. Так. Угу. Чекай. Давай, пішли. Бігом. Ну, ти ж надо. Все, пішли. Чего хотели-то? Пиво тебе приносили. И где оно? Тебе понесли. А я где? К ним пошел. Идут. Кто? Идут. Дина. Дина, Вера и Иван. Что ну, подковы гнул. Привет! Привет! Доброе утро. Чего же вы так долго? Я уже думал, вы не придете. А что вы там делаете? Крышу латаем. Может помочь? Не надо. Мы уже заканчиваем. Идете? Идите пока на реку, мы сейчас подойдем. Пока. Дина. Вы сегодня чертовски хороши. Вы бы кепку надели. Я скучал. Я говорю, солнечный удар может быть. Уже есть. Слушайте, Дим, я лечить больше не буду. Почему? Ну, потому что вы очень упрямый. Да, я очень упрямый. Ну вот и сидите, как очень упрямый, на своем чердаке. Ты купаться-то собираешься? Я пойду прогуляюсь. Угу. Давай. Ой. Как дни бегут. Дима. Дима! Чего тебе? Что ты красишь? Что? Сегодня буду в ванне романтический ужин готовить.
Если ночь романтическая, значит при свечах. Угу. Ну, можно и при свечах, конечно. Приготовлю его любимые блюда. Будем музыку слушать. А что наденешь? У меня есть такое платье. Я сегодня тебе покажу его вечером. Там одни разрезы. Ну, а готовить? Какое коронное блюдо? Да, во-первых, грибы. Как Ванечка любит. В сметанном соусе. А еще... Ой, кому это я понадобилась? Дай-ка мне телефончик. На. Алло. Здравствуй. А когда ты будешь? Ваня! Вань! Эй! Вера, что-то случилось? Я потом все объясню. Вер, тебе! Спасибо. Собирай вещи. Собирай. Ой. А что случилось? Быстро собирай вещи. Что произошло? Быстрее. Быстро в пакет все складывай. А что они делают? Спасибо. Телефон. Ваня, вы куда? Вань! Ваня! Ну что ты стал-то тут? Быстрее! А что случилось? Не знаю. А почему они так нервно убежали? Ничего не сказали. Устали? Нет. Я получил такое колоссальное удовольствие от работы. А хотите, я вам такое место покажу? Хочу. Знакомьтесь, Дина, это Юрий. Хобби нашего Юры – постоянно чинить антиквариат. Все время что-то чинит. Юрий, выброси этот хлам и купите себе нормальную технику. Да ты с ума сошел. Ты знаешь, что бобинные магнитофоны на сегодняшний день – это эталон качества. А? Рисуйте, Моцарт. Дим, мы куда? Доверьтесь мне, я покажу вам мир. Это мальчик Фердинанд, сын красотки Розы. Юрий, лучше бы козла помыл, а? Он немножечко грязноват. Да, Федя. Ну что такое? Что такое? Иди сюда. Вообще козлы не кусаются, поэтому можно смело подойти и погладить. Я боюсь. Если вы только будете держать его, давайте. Так, Федя. Ой, Федя, какой Федя, у нас тетя, какая челочь. Так, а вот это опасно. Ой, я боюсь. Спокойно, Роза. Возможно, Роза не любит женщин. Ой. Пойдемте. Ваші речі їсть. Федя! Да вы что? Федя! Стоять!
Что тут? Дима! Куда? Дима! Отдай, я тебе говорю, отдай! Заработала! Ничего страшного. Все поправимо. Ваня, где сумка? Сумка где? В шкафу. Ванечка, быстрее, любимый, быстрее, пожалуйста. Давай. Ваня, не успеем. Успеем. Скорее, пожалуйста. Я не могу быстрее. Ваня, ну что ты здесь стоишь? Ну пойди, тумбочки все собери. Я сама здесь уберу. Вот. Ваня! Отсюда собирай все. Ваня, где тапки? Боже мой, не успеем, Ваня, не успеем. Успеем, я тебе говорю. Где тапки? Ваня, тапки. Вера, откуда я знаю, где мои тапки? Ваня! Ай, клади так уже, господи, быстрее. Убирай, убирай отсюда все, я пошла в ванну. Быстрей! Ваня, где кульки? Ваня, кулек! Кулек принеси. Господи. Господи, боже мой. Ну, быстрее, Ваня, мы не успеем. Вот это. И вот это возьми. Ваня, подожди, подожди. Ваня, полотенце, подожди. Быстрее складывай. Ой, там сейчас шампунь разольется, там крышечка плохая. Какая крышечка, Вера? Вань, ну что ты сел? Ваня, он сейчас сюда придет. Ну, значит, так и будет. Ну что ты говоришь такое, Ваня? Прости. Прости. Вань, я потом... Вера. А где Баян? А? Вон он. Пойду. Вань, а куда ты пошел? Не волнуйся. Вань! Вань! Ваня, куда вы так быстро убежали? Ванечка, что произошло? Ты куда? Песни петь. А где Вера? К Вере муж приехал. Подожди, как муж? А ты ей кто? А я ее вторая половина. Вера, здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, моя хорошая. Здравствуй, Саша. Фу. Ну що, з Божою допомогою.
Сьогодні зведемо нарешті всі партії докупи. Зазвучить, слухайте лише один одного і все. Ну, з Богом. І... Парнишка, парень молодой, ты молодой. Петро, у тебя самогонка есть? А как же? Что сталось? Неси. Еще пьян. Заспокойтесь, сидите. Ваня, что с тобой? Что такое? Иди репетиция, Ванюша. Ванюша. А что репетируем? Дунай. Дунай? Ну давай, репетируем. Все нормально. Ну давайте, станьте все на місця. Що за репетиція сьогодні? Станьте на місця, зберіться всі. Давайте Дунай. Весело і з самого початку. І... Стоп-стоп. Юра, іди сюди. Відведи його додому. Давай. Пішли. Пішли. Ну, давай, репетируй. Ну, все нормально. Все, перерывчик сделай. Не, Петро, ну все нормально. Все нормально. Іди відпочинь. Так, зробимо перерву. 5 хвилин. Після перерви продовження. Верочка, ти? Это я. Проходи. Можно? Конечно, можно. Проходи, проходи. Ты одна? Одна. Заходи, садись. Ну что, почва тебе чем-то надо? Может быть, чай или кофе? Да нет, я ничего не хочу, спасибо. Спасибо. Вот и устроила я Ване романтический ужин. Не муж он мне. Мой муж Саша вот приехал. Я знаю. Мы встретили Ваню, он нам все рассказал. И как он? Очень расстроен. Он сердит? Нет, нет. Диночка, ты найди его, пожалуйста. Скажи ему, я просила передать, что Саша уедет через 2 дня, а я еще здесь на месяц останусь. Хорошо? Хорошо, конечно. Передай только, пожалуйста, хорошо? Да не волнуйся, передам, конечно. Верочка, я понимаю, тяжело. Да что тяжело? Да меня просто нет. Нет. Надо было 7 лет назад решиться и сойтись. Мы уже 7 лет встречаемся. А теперь что? Дети, родители. Города разные. Да что там города? Государства разные. Но ведь не поздно, Вера. Да что не поздно? Почему мои родные должны будут из-за этого страдать? Муж, дети у меня... 2 детей. Они-то здесь при чем? А что, 7 лет назад они меньше страдали? Спасибо. Возьми. Да тоже бы страдали. Вот поэтому и живем так. Встречаемся раз в год в этом санатории. Диночка, ты... Ты знаешь, если ты почувствуешь, что ты влюбилась по-настоящему, ты бросай все. Потому что так как я жить нельзя. Это мука какая-то. Прости меня. Да ты что? Ты прости, что я все это тебе рассказываю. Просто накопилась, понимаешь? Я понимаю. Я сейчас успокоюсь. Не волнуйся.
Ты только, пожалуйста, передай все Ивану, хорошо? Я все передам. Спасибо. О. Юр, ты по магазин смотал, а? Ага. Как бабу раскис? Наливай. Да все, нечего уже наливать, нечего, все. А ведь сколько раз я ей предлагал сойтись. Поначалу не хотела в Минск переезжать. Родители, друзья. Ну, а ты? А, то же самое. Мне тогда лет 35 было. В Минске у меня квартира, дача. А там же все с нуля. И чего? А потом она родила. Ребенок твой? Говорит, не мой. Ну что делать, а? Ну что, бросить детей, жену, с которой лет 20 прожил, и в Киев переехать? Или ее к себе забрать? А куда забирать? Куда забирать? Забирать-то некуда. Да и жена моя не заслужила подлости такой от меня. И Верку бросить не могу. Пробовал, не могу. Да сти, чё ты котишься назад? Что с Иваном? Довери человек проехал. Кто? Человек. А він кто? Він її не чоловік, а вона йому не дружина. Як? Здорово, Петро! Здоровенькі були. Петро, у тебя самогонка есть? Не вздумай, є Петро. Є самогонка, але тобі я не дам. В ньому вже літри сидит. Да что, не контролирую тебя, что ли? Ты контролируешь себя, но я вижу, что уже ого-го. Вань. Так что, мне магазин идти, да? Вань, не надо магазин. Чуть-чуть. Вань, чекай, Вань. Я знаю, куда пойду. Да почекай. Вань, я... Ну все, сейчас будет. Ваня, не куда надо никуда идти. Ваня, ну Вань. Я все ему скажу, все. Вань, слушай. Куда Вань, ты пошел, Вань? А я убью, его убью, а потом... Держи, держи, держи его, Юр, держи! Иван! А что меня держите? Я пьяный, что ли? Все, Ваня! Чекай! Ваня, ну иди сюда. Иван, это иди сюда! Тримай ты его! Ну возьми, купи его! Ваня, Ваня, стой! Да что ж такое? Ваня! Поворачивай! Держи его! Давай эту хату, эту хату! Все, 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 спать, спать! Ну иди эту хату! Дом, дом! Парнишка! Давай, давай, давай! Пойдем, сейчас ляжем. Сейчас ляжем. Давай. Давай, проходи. Юрку, Юрку, тримай. Ваня, ну что ж. Пустите меня. Все, все. Иван, успокойся. Иди спать. Иди спать. Успокойся. Все, пусть спит, пусть спит. Двери закрой. Что ж такое? Вера! Ваня, иди спать, а. Вера! Да не кричи, чекай, что ты кричишь? Иди в хату, сховайся. Закрывай двери. Юр, дай полотенце. Что, в око дистал? Зацепил? О. С тобой дело. Что проблема-то? Тебе одно? Одно, одно. А тебе два сахара, я помню. Банц. Ой, спасибо. Тебе? Ты знаешь, мне иногда кажется, что стыдно за меня перед своими знакомыми. Все, спасибо. Это тебе спасибо. Как я соскучился. Я тоже.
Представляю, как тебе было одиноко в этом раю, а? Ничего, дети выросли. Все. Теперь будем ездить только вместе. Я тебя одну больше не оставлю, хорошая моя. Кто? Здравствуйте. Дина! Еще раз. Здрасте. Какими судьбами? Я Ивана ищу. К Ивану? Да, мне надо с ним поговорить. Поговорить? Да, очень. Не знаю. Секундочку. Вань, тебе пришли. Ну вот, собственно говоря, Иван. Дима, я хотела бы с глазу на глаз поговорить с Ваней. Да, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Ванечка, я везде вас ищу. Ко мне Вера приходила. Как она? Без вас плохо. Очень. Да, просила передать вам, что когда муж уедет, она останется на весь срок. А что она еще просила передать? Что любит вас. Мне тоже без нее очень плохо. Дина, если вы ее увидите, скажите, что я тоже ее очень люблю. Я обязательно передам Ване. Слышь, давай ее как-нибудь задержим. Чай. Может, кофе? Ну, есть козье молоко. Давай, давай, козье молоко, давай, давай. Отлично. Господи. Аккуратно. Что такое? Диночка, не ходите козье молоко. Большое спасибо, но я не пью, у меня на него аллергия. Да? Да. Вы знаете, мне тоже не нравится. Спит уже? Да, уже спит. Спит уже. Вот так и будет храпеть весь день. Ну, в общем, вам не повезло сегодня ночью. Я пойду, наверное, да? А можно я вас провожу? Можно. Юр, остаешься за главного? Ага, есть. Пока. Пойдемте. Я бы не смог делить любимого человека ни с кем. Вы о чем? А вы не понимаете. Вы собственник? Возможно. А вы считаете правильнее встречаться раз в году в санатории, как это делают Иван с Верой? Я не знаю, что правильнее. У каждого своя судьба. Да, возможно. Почему вы мне не дали до сих пор своего телефона? Дим, мы же встречаемся с вами каждый день. Идемте. Ну, что вам сказать? Да, Дин, я боюсь. Я боюсь, что приду однажды в санаторий, а вас там нет. А я хочу быть уверен, что мы встретимся с вами в Москве. Я обещаю вам, что когда буду уезжать, обязательно оставлю вам свой номер телефона. А вот мне интересно, Степана вы тоже не даете свой телефон? Не говорите глупостей. Степан. Степан, он просто приятель, я отдыхаю в его санатории. Приятель. То есть вы приезжаете к Степану каждый год в санаторий. Надо же, как Иван с Верой. Ну, почти. Не почти. Просто приезжаю в санаторий. Может быть, вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной? Пытаюсь. Не тратьте свою жизнь по пустякам, Дин. У вас ресница упала. Дин! Опять коллега. Алло. Сорвалось? Нет. Где?
Что случилось? Случилось. Дим, ко мне завтра муж приезжает. Смешно. Ну почему же смешно? Все мужья решили съехаться вдруг. А вы не рады? Ну, неделю назад была бы очень рада. А теперь? А теперь не знаю. Ну что ж, собственно говоря, чтобы эта история не превратилась в нелепый форс. Я завтра уеду. Моя визитка у вас есть? Дим. Если будет желание, позвоните мне в Москве. Дим. Идите домой, Дина. Идите домой. Холодно просуетесь. Дина, идите домой. Простудитесь. Идите. Анатольевна, все сделала. Могу идти? Да, давай. Спасибо, до завтра. До завтра. До завтра. Алло, алло, алло. Оль, привет. Я не отвлекаю, ты где? Ну, где я могу, где? Вовсе еще. Кстати, звонили. Только что твои сквели поляны. Готовы дать залог хоть сегодня. Ну что ж, поздравляю. Клиент созрел. Слушай, да, завтра оценочная комиссия даст заключение. Оля. Что? Звонил Кирилл, он собирается прилететь завтра. Ну что ж, отлично. Опять поздравляю. Мужчины все-таки, они странные существа. Иногда они приобретают крылья благодаря хорошему пинку. Оля, я... Слушай, я знаешь, о чем хотела тебя попросить? Давай мы откажемся от объекта на Никулиной горе. Пусть им займется агентство Климова. Я не поняла. Ну что ты не поняла? Что-то я ничего не понимаю. Черт. Что ты делаешь, Юр? Телевизор чиню. Да я вижу, я не слепой, Юр. Ну скажи мне, тебе что, больше делать нечего? У тебя что, нет в жизни больше никаких? Ни хлопот, ни забот, ничего, да? Ну, ты счастливый человек, Юр. Я уезжаю завтра. Ну? Подковок, ну. Не понял. Вера. 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 Вера.